Серьезная модернизация приемного отделения скорой медицинской помощи Брестской городской больницы ведется на протяжении 4 месяцев, но грандиозными темпами и точно в срок. Напомним, необходимость реконструкции, а если быть более точным, пристройки нового 3-этажного здания к приемному отделению учреждения назревала около 10 лет и была обусловлена рядом причин. Проблема в том, что в неудовлетворительных условиях с точки зрения санэпидрежима, с наборности площадей в нынешний момент работы приемного отделения. Плюс стоял вопрос убрать поступление больных с главной улицы города. Вход, который сегодня пока еще располагается в непосредственной близости от центральной улицы Ленина и создает некоторые проблемы при доставке пациентов в больницу, вскоре закроют. Заезд будет осуществляться с улицы Гоголя, а новая пристройка оснастится по последнему слову техники. В ней разместится приемное отделение, ряд диагностических служб, лаборатория, эндоскопия, компьютерные и магнитно-резонансные томографы. Значительно улучшит расположение некоторых наших служб, не говоря уже, что кардинально поменяет условия работы приемного отделения. То есть в нынешний момент площадь приемного отделения 80 квадратных метров, через которые проходит колоссальное количество больных. Площадь пристройки – это практически 2500 квадратных метров. Сегодня больница скорой медицинской помощи переживает новый этап реконструкции, а сдать объект строители планируют уже к концу мая этого года. Ведутся работы по кладке, задействованы все этажи, первый, второй, третий. Выходим на кровлю. Ведутся работы по черновой электрике. Цокольный этаж завершен, первый и второй этаж ведутся, сантехнические работы, цокольный этаж практически наполовину завершены, первый этаж, второй тоже ведутся работы. Что касается отделочных работ, стяжка ведется по подвальным помещениям и штукатурка выполнена цокольного и первого этажа. 2017 и 2018 совершенно точно можно назвать временем глобального строительства. В этом отношении к миллениуму город ожидает настоящий прорыв. Брест набирает особые темпы в строительстве и реконструкции медицинских учреждений. Кроме модернизации этого объекта, вскоре ожидается открытие новой подстанции скорой медицинской помощи в микрорайоне Ковалева, а также первого брестского хосписа.